Всем доброго времени суток, с вами канал Артомания, и сегодня мы с вами будем засаливать селедку. У меня одна селедка, я ее положила в контейнер, разрезала, потому что она не поместилась. Вот, ее мы пока отложим, и также я расскажу, что нам понадобится. Нам понадобится вода, заранее прокипяченная и остывшая, 1,5 литра, соль, 4 столовые ложки, 1 чайная ложка горошин перца и 3 лавровых листочка. Так, эти пока уберем. Сейчас мы сначала в кастрюльке размешаем нашу соль. Опа! Она должна полностью раствориться. Так, соль мы с вами перемешали, она растворилась. Теперь наша селедка нам понадобится. Мы с вами раскладываем горошины. Также лавровый листочек. Положим сюда. Здесь положим. И тут положим. И выливаем наш рассол. Как раз прям хватило в тютельку. Так, теперь мы это накрываем все крышечкой и оставляем сначала на кухне, в комнате, на 4 часа, а потом отправляем в холодильник на 4 дня. И через 4 дня посмотрим, что же у нас там получилось. Для вас это пройдет секунда, для меня 4 дня. Оставайтесь со мной. Будем еще ее пробовать. Так, ну вот, наша селедка засолилась. Сейчас мы ее посмотрим, как она там поживает. Вот так она выглядеть должна. Ароматно пахнет так прям. Появляется прям такой запах селедки. Она очень ледяная, холодная. Сейчас мы ей спорим брюшко. А она с молокой была. Или что? Кстати, говорят, то, что молоко это якобы мужской орган. Хотя, может, это мальчик просто. Класс. Очень вкусная. Вкусная такая, прям солененькая, такая нежная. Очень вкусная. Она такая внутри, вот она такая маслянистая, такая вообще классная, такая вкусная. В меру соленая. Но костлявая какая-то. Не знаю, видимо, я просто забыла, какая селедка должна быть. И, по-моему, даже наглоталась костей. Она очень хорошая, получилась очень вкусная. Плюс у нас вот здесь вот молоко, ее я тоже сейчас оберу, соберу, тут тоже всякие кости. И даже рада, что у нас с молокой она попалась. Я очень люблю молоку соленую, мне очень она нравится. Вот. Ну, к сожалению, у меня в тарелке вот такая вот грязь, потому что с нее там что-то текет. Этот вот как раз сок непонятный. Ну, не сок, а жидкость вот эта вот, получившаяся от нее. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Делайте, вернее, готовьте вместе со мной. Также там есть другие, там есть пироги. И все-все-все, там много интересного. А также есть влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем. Моему сыночку 2,3. Как мы с ним занимаемся, как он у меня развивается, растет. Все это есть. Каждый день у нас выходит ролик по одному, по два, по три даже бывает иногда. Вот. Каждый день обязательно у нас ролик. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока-пока!